Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Можно звонить и задавать свои вопросы. Сегодня для вас работаю я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, прошу любить и жаловать. Леонид Геннадьевич Григорьев, ответственный секретарь приемной комиссии Тверского государственного технического университета. Леонид Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. И Александр Федорович Иванников, проректор Тверского государственного технического университета. Александр Федорович, здравствуйте. Добрый Вы день. Как проректор, я знаю, отвечаете за воспитательную и социальную работу. Да? А информационный повод у нас сегодня, я бы сказала, торжественный. Да? 19 мая в торжественной обстановке отметили столетие Тверского государственного технического университета. Многие жители Твери, региона и, наверное, соседних областей по привычке еще называют Тверской государственный технический университет политехом. Да, это уже как второе название. Бренд Верхневолжья. ВУЗ ведет свою историю с 1922 года. Вначале это был Московский Торфяной институт в этом году, да, а потом он уже перебазировался на Калининскую тогда еще землю, и с тех пор он стал нашим родным Верхневолжским вузом. Давайте немножечко из истории напомним нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям. Основные вехи, если говорить. Да, вехи. В 22-м году приказом Владимира Ильича Ленина был основан ряд сырьевых вузов в Москве, в том числе Московский Торфяной институт. Были различные пертурбации, переводы института из состава крупных университетов в состав самостоятельно действующего учебного заведения в ТУЗа. Ну и в 1958 году под командованием нашего уважаемого ветерана, почетного гражданина города Твери, к сожалению, ныне уже не живущего с нами рядом, но его память о его достижениях всегда с нами, это Павел Федорович Анисимов, под руководством этого человека коллектив и частично даже студенческий состав были переведены в здание тогда еще лесотехнического техникума на проспекте Ленина, который сейчас корпус химико-технологических, ХТ. ХТ как раз заканчивал. Да, был переведен наш ВУЗ, и он стал называться Калининским торфяным институтом. Ну и мы должны понимать, что началось развитие бурной промышленности, строились новые предприятия, нужны были новые специалисты. В 65-м году ВУЗ стал именоваться Калининским политехническим институтом. То есть уже, несколько направлений было. В 72-м году, к 50-летию нашего университета, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это тоже такая очень важная и весомая награда. Далеко не все, да. Далеко не все вузы, да, и предприятия. Я помню, когда поступала в политех, то именно вот это всегда упоминалась, эта награда. Ну и в 94-м году во время очередной аккредитации, да, когда проверяется министерством уровень подготовки выпускников, уровень преподавания для студентов, наш ВУЗ в связи с тем, что расширилось число направлений, специальностей, по которым мы давали образование, появились новые факультеты, наш ВУЗ получил статус университета. А университет это вообще выше, да, по рангу, чем институт? Или сейчас институтов вообще это нет? Это учебное заведение, которое более строгим критериям отвечает. И по науке, и там по и обладает большей многопрофильностью подготовки. То есть даже само название, это не просто смена названия, это уже и требования к ВУЗу, абсолютно другие, статус другой. Универсальный, то есть здесь университет не универсальный, но и экологический, и экономический, то есть широкий перечень направление подготовки. Вот когда начиналось, это начиналось с торфяного института, да, тогда необходимость в этом была, да, вот именно разработка торфяной промышленности, да, у нас же, тем более на земле Верхнего уже очень много, да, и торфяных предприятий было, и залежи. Да. Но сейчас у нас осталось такое направление? Осталось у нас направление, Как конечно. Называется теперь Факультет. Факультет природопользования и инженерной экологии. И он ведет, конечно, такую подготовку комплексных специалистов по природообустройству, по горному делу, по открытым горным работам, по технологии различного машиностроительного производства. Ну, традиции подготовки специалиста в области торфяного производства, добычи торфа, там, охраны полезных ископаемых, там сохраняются. Это старейший факультет, там самые опытные преподаватели. Помните, несколько лет назад была жара и были торфяные пожары. Да, такое не забываем. И тогда, в общем-то, наш ВУЗ стал центром научных изысканий в этой сфере. Что, вы обращались к вам? Да, приезжали, министры приезжали, губернатор приезжал, потому что вспомнили, что крупнейший центр исследований в области торфа – это наш ВУЗ. Болот, да. И, кстати, рекомендации, которые вот были тогда нашими учеными предложены, они были использованы, и с тех пор, обратите внимание, торфяные
крупных пожаров нет, несмотря на то, что было жаркое лето. Да, да. То есть ВУЗ, даже вот как торфяное такое научно-исследовательское учреждение, тоже большую роль продолжает. Ну вот прикладное значение специалистов, да? Относительно, вот вы сказали, старейший профессорско-преподавательский состав. Хотелось бы немножечко о педагогах. Кто учит? Более 300, что за люди? Более 300 кандидатов наук и докторов наук. У нас в университете это очень большой, собственно, да, процент и большое количество. Это большое число научных школ. Если не изменяет память, их больше 15 крупных научных школ. То есть можно посчитать где-то около 2 школ на факультете. Да, то есть студенты, обучаясь, могут заниматься уже наукой непосредственно. Студенческое научное общество, конечно. Существует до сих пор, да? Конечно. То есть они могут на кафедре, на своей выпускающей заниматься наукой, параллельно обучаясь и развиваться, ездить на конференции. В конференциях, в конкурсах, получают гранты, многие их исследования находят практическое применение, то есть мы об этом в СМИ. В прошлом году наш ВУЗ стал получателем гранта по созданию лаборатории мирового уровня, и это как раз в этой лаборатории речь идет как раз о окружающей среде, о переработке отходов. Там, вот, шинного производства, да, то есть у вас тоже такие рекультивация разработки? Этих земель, да, конечно. У нас очень много студентов и аспирантов работают в области новых строительных материалов, да, сейчас, то есть стройка продолжается. Но есть же строительный факультет у вас, да? Очень много занимаются разработкой новых технологий, вот производство строительных материалов с новыми качествами, свойствами, которые позволяют строить более комфортное жилье. Это такое действительно у нас очень важное направление. И совсем недавно, в прошлом году, на коллегии Министерства обороны Российской Федерации наш ректор Андрей Викторович Твардовский презентовал министру Сергею Кужугетовичу Шойгу собственно наши разработки, и они были с очень большим интересом восприняты строительным комплексом Минобороны. То есть мы здесь работаем не только для гражданских компаний или каких-то строительных крупных предприятий, но в том числе и на обороноспособность нашей страны, конечно же. Непосредственно площади производственные и лаборатории, и вот для занятий наукой университет располагает, да? Ну, корпусов много, они ремонтируются, они обновляются. В общем, можно сказать, что всю свою историю политех держал руку на пульсе, да? То есть нужен был торф, занимались торфом. Началась компьютерная революция в 70-е годы, появился знаменитый факультет ОСУ. ОСУ, да, вступить было довольно-таки сложно, известный очень престижно. На весь Советский Союз. Произошли рыночные экономические реформы. В ВУЗе появились направления кафедры вот, экономики, менеджмента, потому что такие нужны были специалисты. Появилась потребность в специалистов по биотехнологии, химической технологии, то есть крупные предприятия, в том числе пищевой промышленности, появилась биотехнология и так далее. Кстати, о профессорско-преподавательском составе. Я помню, когда я училась, уже тогда были династии педагогов, да, известные на весь регион, на всю страну фамилии. Да и сейчас они сохранились. Ну, из какой, да, Леонид Ильич? Ну, вот мы яркую, про биотехнологию, да, химию сказали. Ага. Есть такая известная на всю Россию, я думаю, за рубежом фамилия Сульман, да. Это выдающийся ученый Эсфирь Михайловна Сульман. Да, профессор, да, да, у нас как раз преподавал наук, на ХТЛ. Да, который, к сожалению, уже сейчас нет с нами, но работает ее сын, уже тоже профессор, и внучка уже доцент. И вот такие как раз династии научные, они составляют основу вот успешной деятельности нашего ВУЗа. Мы гордимся. Да. И есть и студенты, вы говорите, да, тоже по династии идут, если училась мама, папа или бабушка, да? И они уже так по проторенной тропинке. Много лет работаю в приемной комиссии, часто вижу, что летом появляются не только там ребята, юноши, девушки, но появляются уже и более взрослые люди, иногда зрелые люди, и оказывается, что это бабушки и дедушки, ну а то, что папа и мама, это вообще очень распространено, которые учились в нашем ВУЗе и с огромным удовольствием привели своих детей и внуков, потому что, ну, побывать вот в этих стенах, пройтись по тихим школьным этажам, где их студенчество. Это вновь возвращение в молодость, да? Кстати, корпуса все те же, да? Центральный, учебный, ХТ, да, корпус. Да, и еще я помню, вот где мы изучали сварку, это было вот отдельно, где про... Технологический это корпус, конечно, да? Конечно, то есть все, точно, вот, кто, может быть, нас сейчас слушают, выпускники, пусть порадуются. И, кстати, сварка, вот вы произнесли это волшебное слово сварка. Это настолько сейчас востребовано экономикой. Многие машиностроительные предприятия обращались в университет, чтобы готовить специалистов более углубленно. И вот несколько лет назад по просьбам, опять же, предприятий была открыта магистерская программа технологий сварочного производства. То есть Здорово. Вот это еще один пример, что ВУЗ вот держит руку на пульсе. Да. Уважаемые друзья, сейчас ненадолго прервемся, у нас реклама, не переключайтесь. И
еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. 300-190 телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим о нашем родном политехническом институте, Тверской государственный технический университет. Совсем недавно ВУЗ отметил свое 100-летие. Как отпраздновали? Что было в программе торжества? Ну, очень комплексная программа празднования, она очень большая, и надо понимать, и надо знать о том, что вот тот самый пресловутый, да, и наш самый такой важный приказ, в котором был основан наш ВУЗ, 12 января 1922 года вышел, и начиная с 12 января 2022 года все наши мероприятия, да? Встречи, круглые столы, да, и всю осень еще будет продолжаться различные мероприятия, посвященные столетию нашего университета. Весь год столетия, поэтому, ну, понятно, что титульными мероприятиями у нас стали мероприятия 19 числа, где при собрании всех руководителей крупных предприятий региона, наших сотрудников и преподавателей, органов власти, представителей, да, мы отпраздновали, ну, таким торжественным мероприятием с награждением наших лучших преподавателей и сотрудников наградами разного уровня. И тут мы благодарим и федеральное министерство, и правительство Тверской области. Я знаю, что губернатор, собрания, да, приезжал, да, поздравлять. Игорь Михайлович Руденя, да, поздравлял. Такое было очень хорошее представительство на данном празднике. Ну и, безусловно, это поздравление, это фильм об университете. Его, кстати, очень атмосфера была такая доброжелательная, теплая. Вот как бывает в большой семье. Семейная, только хотел сказать. Насколько я знаю, фильм у нас уже прошел в эфире телеканала «Тверской проспект». И мы тоже очень благодарны нашим информационным партнерам. Ну а самое главное, этот фильм можно посмотреть сейчас в соцсети ВКонтакте и на сайте университета. Заходите, смотрите, наслаждайтесь теми достижениями, которые наш ВУЗ, ну, за последние 100 лет или даже за последние там несколько десятков лет приобрел на Тверской земле. У нас есть небольшой телефонный звонок. Давайте прервемся. Небольшой, хороший телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Ольга Ниловна. Хотелось бы поздравить весь коллектив технического университета со столь знаменательным юбилеем. Действительно достойные люди там работают. И студенты замечательные. И вот прославились в студенческой весне. Дай Бог удачи и успехов в дальнейшей творческой и учебной деятельности. Единственное, хотелось бы, чтобы и центральный корпус, по крайней мере, прилегающая территория, выглядела достойно и в юбилейный год, и в другие времена. То есть есть смысл посмотреть и на стены, и на зелень, которая окружает, и чтобы не было, тут у нас такое место не очень спокойное. Поэтому дай Бог привести в порядок и территорию, ну и дай Бог здравия и процветания. Спасибо. Ольга Ниловна, а вы как-то связаны с Тверским политехом? Ну, раньше работала, поэтому я прекрасно понимаю и потенциалы этого учебного заведения. Ну и дай Бог внимания к окружающей среде. Тем более есть студенты и волонтеры, которые могут навести порядок. Спасибо, так огромное спасибо вам. Вас тоже с праздником, Ольга даже Ниловна. Могу ответить вот, на кстати, такую просьбу, да, вот, да. Вот так вот, да, жители конечно, беспокоятся, здесь, конечно, почему понятно, не что очень. Вы понимаете, что территория не всегда, да, принадлежит нашему университету, иногда бывает даже совсем окрестная. Рядом окрестная территория, да, это все-таки, скажем так, прерогатива и ответственность других учреждений. Вот. Но мы постараемся в этом году, мы услышим просьбу, я, во-первых, передам профильному проректору данную просьбу, во-вторых, у нас традиционно каждый год стартует работа студенческого строительного отряда «Архимед». Это наш внутренний строительный это отряд. Это внутренний, такой внутренний есть, да? Который работает ведь это же на объектах, слава политеха гремел всегда, да, во время который работает у нас на объектах университета. И, конечно же, безусловно, мы обратим внимание и на центральный корпус, и на все остальные. И я думаю, что не заставит себя долго ждать тот результат, который вы увидите. Ну, по идее, весь год, это год столетия, да, конечно, да? Поэтому конечно. Можете да. Что-то успеть и сделать красивым. Вот Ольга Ниловна сказала, обратила внимание, обратить больше внимания на экологию.
говорил, особое внимание сейчас уделяется в ВУЗе этому направлению? Ну, вот уже это факультет, факультет природопользования и инженерной экологии. То есть там и научные исследования, подготовка студентов. То есть это тоже такое традиционно очень важное направление, которое достаточно востребовано среди студентов. И... Да, и еще, конечно же, это, безусловно, и направление землеустройства и кадастра. То есть это все, что связано с городским хозяйством, все, что связано с городом, с землей, с ее там, межеванием, с ее категорированием и так далее. Это очень сейчас актуально, очень важно, и таких специалистов мы готовим. Вот вы говорите, вот когда я училась, да, такое, даже мечтать об этом не приходилось, совершенно другой набор специальностей. Кстати, кто-нибудь, вы подсчитывали, сколько выпускников вуза вот за эти годы? Ну, если суммировать всех, порядка, ну, под 80, если что, так уже тысяч. Потому что у нас же помимо дневных факультетов есть еще институт заочного и дополнительного образования, и там тоже очень большая армия студентов, которые получают либо профессиональную переподготовку, либо получают второе высшее образование. Это тоже наши студенты. Формы. Потом, сейчас вот опять очно-заочная форма возродилась. Возродилась, то есть то, да? Что, то, что называется в народе вечерняя, а юридически называется очно-заочная. Помните, в свое время еще, 80-е годы, она была очень распространена. Потом, по разным причинам, как-то она ушла, а сейчас она опять, то есть поэтому желающие учиться в нашем вузе могут быть и очную форму, и очно-заочную, и классическую заочную, и есть еще и магистратура, и аспирантура, и, то есть целый комплекс разных программ образовательных, разных уровней, разных форм, разные технологии. То есть здесь я скажу свой любимый слоган: политех — это вуз для всех. Вот, да. То есть имеется в виду, что всех, и для юношей, и для девушек, и любые возрасты покорны, и любые интересы научные, профессиональные можно реализовать в политехе. Кстати, я помню раньше, что к нам вот поступали некоторые ребята, когда я училась в политехе, уже, которые прошли армию, казалось, такие уже взрослые люди, и казалось, что они такие умные, да, тогда мы, школьники, пришли. Шли, и поступить-то было не очень-то и просто в политех. Да, всегда был конкурс, тогда еще ЕГЭ у нас не было. Да. Ну и доказано, вот в институте заочного дополнительного образования часто учатся уже опытные, зрелые люди, которые либо хотят расширить свои профессиональные знания, либо освоить какую-то смежную профессию. И, конечно, у них мощная мотивация, потому что они свою учебу, так сказать, базируют на своем практическом опыте. А если в продолжение, как мы отметили юбилей, я бы еще об одном мероприятии все-таки хотел рассказать. Это открытие памятной доски нашему первому директору института Павлу Федоровичу Анисимову, которая прошла в первые числа мая. И это событие было посвящено 77-летию победы в Великой Отечественной войне. А на каком корпусе? На химико-технологическом. На первом нашем корпусе. Кстати, я знаю, что у вас еще есть возможность учиться иностранцам. Да, есть. Потому что мы привыкли, что вроде бы как если иностранец, то значит это медицинский институт. Да? Нет, это тоже традиция. И в Калининском политехническом институте было много иностранных студентов. И многие выпускники сейчас занимают достаточно высокие должности в сфере управления зарубежных стран. И руководят крупными промышленными предприятиями. И вот с большой теплотой тоже вспоминают про наш вуз. То есть у нас сейчас около 500 где-то студентов иностранцев. Причем из самых разных стран. И это важное подразделение. Там и они научные исследованиями занимаются, даже защищают кандидатские диссертации и в творческой жизни участвуют с таким же интересом, как и наши российские студенты. Да? То есть факультет иностранных граждан, называется он сейчас факультет международного академического сотрудничества, это важное структурное подразделение нашего вуза. Общежитиями все обеспечено, да? Всегда были общежития, сеть целая. Да, и мы можем с удовлетворением сказать, что все абитуриенты иногородние, которые нуждаются в общежитии, все этим общежитием обеспечивают. Это очень важно. Да, поэтому. Раньше в свою бытность, когда училась я, это было распределение. Но в зависимости от того, какой ты диплом получаешь, ты идешь там вот по списку, какой-то первый или там десятая очередь в распределение. Были химические, у нас такая специализация была, предприятия в города отправляли в разные. Что сейчас, если заканчивает человек, и имеет ли значение, с красным дипломом он закончил или не очень? Сейчас вот такого административного распределения нет, достаточно жесткое, которое было. Сейчас более гибкие формы, называется содействие трудоустройству. В ВУЗе существует целое структурное подразделение,
центр связи с промышленностью содействия трудоустройством, который уже с первого курса работает над тем, чтобы студенты обрели достойное место работы. Угу. То есть это и экскурсии на разные предприятия, это и встречи с работодателями, это различного рода конференции, круглые столы. Потом сейчас работодатели активно участвуют в учебном процессе. Работодатели рецензируют, взят дипломными работами. Работодатели являются членами государственных аттестационных комиссий. Угу. То есть они уже на защите дипломов или магистерских диссертаций могут увидеть своих потенциальных выпускников. И по многим направлениям строительство, кадастр, информационные технологии, в общем-то, заявок на трудоустройство больше, чем мест. Я даже дополнил, Леонид Геннадьевич, у нас еще и специальные стипендии от различных работодателей. Ну, например, компания «Новый город» совсем недавно были выплаты стипендии, специальные стипендии именные, которые то есть они следят, да, за успехом того или иного студента, да? Безусловно. И здесь, конечно, наши партнеры, мы их еще сейчас подключаем и в нашу внеучебную деятельность, они являются партнерами различных кейс-чемпионатов, мероприятий, то есть здесь можно поблагодарить там ДКС, нашу компанию, Сбербанк, Новый город, ТВЗ, Тверской вагоностроительный завод, КСК. Очень много партнеров индустриальных, и мы очень гордимся тем, что вот более 200 партнеров только на нашей территории, если даже уже не больше, потому что каждый год подписываются новые соглашения о сотрудничестве, и это минимум практика студента, который идет в летнее время на производственную практику, а максимум это последующее трудоустройство с защитой диплома уже на то предприятие, на которое человек, он хочет пойти работать. И уже человек знает, что он не останется без работы, и что такой специалист нужен конкретному предприятию. И очень приятно, что многие эти работодатели наши выпускники. То есть, поэтому не знают, куда они обращаются. А есть такие, да, которые вот идут уже непосредственно от предприятия, поступают. Есть такая система, прием называется приемно-целевое обучение. То есть уже на стадии поступления абитуриент заключает договор с какой-то организацией, которая нуждается в таком специалисте, и поступает на специально выделенные места, называется целевая квота. И на протяжении всех лет обучения предприятие следит, помогает, интересуется и ждет его на работу. Кстати, стипендии сейчас выплачиваются как стипендии? То есть есть бюджетная форма, а есть форма с полным возмещением затрат на обучение. Платная форма. Стипендии. Стипендии сейчас есть академические, базовые, социальные стипендии для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. И, конечно, есть еще повышенные государственные академические стипендии. Зависит от того, как человек учится, Человек не только учится, но и проявляет себя в учебной, научной, культурной, творческой, спортивной или общественной деятельности. Ого, как раньше, если ты член ВЛКСМ и данная стипендия достаточно достойная, да. Но ее размер, конечно, варьируется от семестра к семестру, потому что разное количество студентов ее получают, разное количество заявок у нас на эту стипендию. Но это, ну, скажем так, в среднем это где-то плюс 7 тысяч рублей к основной стипендии. А основная стипендия, если не секрет, это сколько? Порядка 3-4 тысяч. Порядка 3, да. Прожить студенту можно, как всегда, столовая, я помню, студенческая столовая, что-то вот, да, себе приобрести, жить тоже есть. Те, кто хорошо учится, занимается наукой, участвовать в творческих проектах, в спортивных соревнованиях, то есть может получать достаточно приличную степень. То есть все зависит от самого студента. То есть в политехе ценят студентов активных, творческих, инициативных, которые могут проявить себя в самых разных сферах. Да? Политех – яркий университет. Это еще один, я вот слоганы наши вспоминаю. Да? Это еще один наш слоган. Ага. А вот, кстати, раньше, когда я училась там, то можно было, очень многие студенты увлекались, был такой факультет общественных профессий, вот, кстати, я там училась на журналиста, вот именно в стенах политеха, это технический вуз, но там познакомились у нас мои друзья и с водным туризмом, и с горным туризмом, и хоккей, помнится, женский хоккей на траве, по-моему, был, каких только секций не было, и волейбол, и футбол, сейчас это все есть? Все есть. И больше даже. Даже больше, стало. Наверное. Ну, я тоже был на этом факультете в свое время. Это такой, ФОП, да, в центре. Ага. Ну, центр. Потом он преобразовался в центр студенческих инициатив. У Леонида Геннадьевича я учился экскурсоведению. Да, то есть я могу спокойно пройти экскурсию по Твери, конечно, до сих пор. Все помню. Практически вторая специальность. Ну, а сейчас это порядка 25 студенческих объединений. Это студенческие
спортивный клуб, это студенческий клуб, где различные творческие секции. И традицию журналистики традиция журналистики у нас очень большая. Ну, это наша молодежная редакция «Медион». Это четыре, по факту, студенческих средств массовой информации, начиная от старейшего сейчас в России студенческого журнала «Стадион», заканчивая радиоподкастами, которые сейчас ребята записывают. Порядка 60 человек в редакции сейчас у нас. Ничего себе, это любая редакция может позавидовать. Хореографическая студия «Стель», а у нее есть звание образцового народного коллектива. Это различные виды танцев, ну там от русских народных до ирландских и испанских, фламенко. Это студия современного танца, это театральная студия, вокальная студия, различные секции, да, от баскетбола до академической гребли. Отлично. И, конечно, турклуб. Ну, турклуб, да. Это наша гордость. Турклуб, это 40 лет. Это же, этой традиции в Клитехе 40 лет. Ну, я помню, что вот я турист сама, многие вышли это, вот из этого это туристического выезды, клуба. Это и байдарки, это походы в горы, это и скалодром современный, на котором сейчас наши ребята занимаются у нас в университете, в лабораторном корпусе. То есть все для студента. Слушайте, все есть. Веселая и интересная, прежде всего, жизнь. Да. Кстати, студенческие весна сохранились? Да, конечно. Каждый год факультеты сражаются между собой, а потом, когда уже проходят все факультетские концерты, выясняется победитель, создается весна политеха, единая политеховская весна, которая принимает участие уже в региональном этапе Всероссийского фестиваля. В этом году политех одержал победу на региональном этапе, мы возвратили себе переходящий кубок студвесны. Наша делегация, точнее, делегация технического университета стала основой делегации в город Самару в этом году. Угу. Юбилейный год оказался не только для нашего вуза, но и для российской студенческой весны. 30 лет этой программе в формате, да, при Российском союзе молодежи. Начиналось тоже все из города Самара 30 лет назад. И в этом году впервые в истории Тверской студенческой весны наш студент Алексей Дубов за короткометражку «Халява» получил гран-при в номинации «Видео». Впервые за всю историю тверских весен студент Тверского государственного технического университета привез гран-при на нашу Тверскую землю. Это хороший подарок столетию вуза. Я поздравляю вас. Великолепно. Я помню, что на весны, вот когда мы учились, попасть было совершенно невозможно. Да? Это чтобы достать билет на другой факультет. Да, на свой факультет, если ты не участвуешь в программе, это было сложно попасть. Тоже надо было быть отличником, как боевой политической подготовки. Ну, кстати, вот плохой повод, да, как ковид, нас заставил в 2020 году перейти на некоторое время на дистанционную форму обучения. И на дистанционную форму перевели и не только образование, но и культуру. И поэтому сейчас, скажем так, наследие нашего вот этого сложного периода с нами осталось, поэтому теперь очередь стоять не обязательно. Можно открыть группу ВКонтакте, и все-все-все концерты, в том числе и финальный концерт нашей студвесны для всех слушателей и зрителей, доступен из любой точки мира в любой момент. А поскольку вы пусть из любой точки мира, то могут все посмотреть и порадоваться. Тем более, что сколько, 80 тысяч, вы говорите, да? Это же где только не разбросанные территориально выпускники политеха. Да. Кстати, еще одна была фишка, скажем так, вуза, это всегда была военная кафедра. Что теперь? Ну, в 2008 году, да, вот эта история, она прервалась на недолгое время. И в прошлом году мы начали процесс по открытию в университете военного учебного центра. И вот на месте военной кафедры, привычное название. Который, да, ваша любимая корпусе ХТ. В нашем ХТ, полностью оборудовано пространство для обучения военном учебном центре наших студентов. Они будут проходить обучение по тому же формату, наверное, по которому это было и в советское время, и до 2008 года. Это будет целый военный учебный день, где те студенты с разных, правда, факультетов будут познавать вот эти военные азы, да, и наук военного дела. У нас три специальности, военно-учетные специальности. Артиллерист раньше был. Сейчас у нас основной заказчик наших курсантов военно-учебного центра воздушно-космические силы. Слушайте, так вы академии специальность, будете вот я даже прочитаю, чтобы не ошибиться. У нас специальность, которую ребята могут получить. Они могут получить сержанта запаса по специальностям. Авиационный механик беспилотных летательных аппаратов и командир отделения командных пунктов. А солдаты запаса – это операторы зенитных ракет большой и средней дальности. Собственно, любой очный студент очного формы обучения, начиная со второго курса, может начинать учиться. 2 года это сержант запаса, 1,5 года солдат запаса. А вы сказали, может, это не обязательно?
Это по желанию, безусловно. А, это по желанию, то есть военные конкурсы. На конкурсной основе, конечно. Ага, понятно. И то есть потом, если человек заканчивает, вот, обучается специальности, он уже в армии, срочную службу не проходит. Срочную службу он не проходит, он сразу уходит в запас. И, собственно, ну, если он хочет дальше продолжать свою жизнь, да, он может по контракту пойти. Да, вооруженными силами, он может служить уже по контракту, а может и остаться в запасе. Вот сейчас мы говорим вот такое разнообразие интересов и возможностей у нынешних студентов политеха, да, что вообще вы чувствуете на себе, что профессия инженера все-таки основа политеха выпускает, это все-таки основа профессии инженер так и осталась, как была? Ну, или безусловно, инженер-строитель, да, инженер-электронщик, ведь профессия инженера многогранна, да, и вот особенно в самых передовых отраслях интерес к этой профессии очень большой. То есть, можно сказать, он возродился вот, в последние годы. Вот хочется, хочется надеяться, потому что одно время про инженера говорили, это что-то вот как-то ниже ватерлинии. У нас реальный сектор экономики развивается. Промышленные предприятия там расширяют производство. Там в условиях импортозамещения это еще более востребовано. То есть, вот этот тренд, он наметился еще в прошлые годы, он заметен. То есть, интерес ребят к инженерным профессиям, к техническим направлениям, специальностям, он растет. И ЕГЭ по физике, химии чаще выбирают ребята, чтобы поступить. Информатика у нас теперь по выбору практически на все направления подготовки можно поступить, сдав информатику. Вот мы как раз вот сейчас пришли к тому, кто в этом году у нас начинается скоро страда, Очень скоро. И что, к чему нужно быть готовым нынешним выпускникам? Что нужно, куда надо прийти, что нужно, какие экзамены, каким экзамены сдавать? 20 июня начинается приемная кампания. Школьники поступают по ЕГЭ. Вот как раз в эти дни начался сезон сдачи ЕГЭ, мы желаем всем успешно сдать ЕГЭ. На всех технических направлениях и специальностях, для того, чтобы к нам поступить, нужно помимо русского языка сдать математику профильного уровня, а дальше либо физику, либо информатику по выбору, что вам больше нравится. На специальности химического профиля химию можно сдать, ну а вот на факультет управления, у нас же университет, есть экономико-управленческие специальности, там нужно сдать обществознание или историю. Вот сейчас ребята сдают, к концу июня, началу июля будут результаты, и они получат аттестаты, и уже начнется интенсивная приемная кампания. До 25 июля включительно идет прием документов на очную форму обучения, бакалавриата, специалитета, бюджетные места. То есть, как и в прошлые годы, ребята могут использовать несколько каналов подачи документов. Это классический путь прийти в приемную комиссию на маршала Конева 12, это учебный корпус, лично пообщаться, лично все узнать. Можно по Почте России отправить из каких-то других регионов. Можно зайти на сайт вуза, создать личный кабинет и все в электронной форме осуществить. И в этом году полностью задействовать еще вот этот сервис госуслуги. То есть здесь госуслуги можно подавать. То есть возможности, кому что больше нравится, никаких проблем нет. И вот ребята могут подать документы на 5 специальностей направлений подготовки. И вот уже в процессе приемной кампании выбрать, куда они будут зачислены. 3 августа, вот еще одна очень важная дата, потому что 3 августа завершается прием оригиналов документов образования и согласий на зачисление, а тех, кто будет поступать. Вот в этом году одна волна зачисления, в этом году впервые за 2 года вновь нужен оригинал аттестата. В период пандемии это было не обязательно. Да. Это должно внести определенную стройность и порядок в приемную кампанию. И вот 3 августа определяются те, кто не определился до этого момента, и 9 августа выходит приказ о зачислении на очную форму обучения бюджетные места, бакалавриат и специалитет. Я думаю, что все наши слушатели, кто собирается к нам поступать, обязательно должны поступить и в этом приказе себя увидеть. А приемная комиссия взаимодействует и сейчас, и во время непосредственно приема документов, используя все каналы. Можно позвонить по телефону 78 70 80, можно зайти на сайт, можно зайти в группу ВКонтакте, можно прийти лично. То есть мы в течение всего года, у нас прошло 15 дней открытых дверей вот за этот сезон и онлайн, и в очной форме. И мы чувствуем большой интерес к нашему вузу. И у нас приятная новость для наших потенциальных абитуриентов. У нас в этом году значительно увеличилось число бюджетных мест. То есть примерно на 80 мест больше, чем в прошлом году. Причем на таких популярных направлениях, как факультет вот это АСУ. Это легендарная АСУ. Информационные технологии. И
впервые бюджетный набор на новую специальность радиоэлектронной системы комплекса. Да? Ну, то есть вот не стоим на месте, каждый год что-то новое. Поэтому как все 100 лет было, так и продолжается. Мы на гребне. Поэтому... А с конкурс, если говорить о конкурсе, вообще вот, по интересу, вот, наверное, по количеству желающих поступить чувствуется? Ну, вот очень популярны в последние годы строительства. Это при том, что мощнейший строительный факультет, почти 150 бесплатных мест, в региональных вузах такого больше нигде нет. Но интерес огромный. И, конечно, факультет информационных технологий. Ну и машиностроительный комплекс. Электроэнергетика, электротехника, теплоэнергетика, теплотехника. Экономика, управленческие специальности, мощнейшие химико-технологические. Да всех и не назовешь. Всех не назовешь. Вы просто называете такие специальности, которые именно сейчас в нашей стране самое то. А вот политех, вот наша фишка политеха все 100 лет, что мы всегда востребованы, мы всегда готовим нужных специалистов, ориентированных на реальную экономику. И проходит десятилетие, здесь ничего не меняется. Это, видимо, такая вот родовая черта нашего вуза. А сейчас, мне кажется, в тот период, да, когда наши промышленности и промышленности нашего региона и России в целом надо автономизироваться, да, стараться самовоспроизводить себя. Да. Это сейчас очень важно. И многие компании сейчас ведут переговоры и с деканами факультетов о целевом наборе, об открытии баз практик, различных кафедр прямо на предприятиях. То есть эти переговоры ведутся. Совсем недавно факультет информационных технологий вел переговоры с крупной компанией, которая будет на нашей территории начинать производство оргтехники и различных смартфонов. То есть они готовы десятками брать выпускников. Да. Это просто здорово. Да. А такое, как распределение, будет возвращаться или уже нет необходимости в таком? Ну, сейчас много говорится о там, отказе от баллонской системы, внедрении вот распределения. В данной ситуации мы можем только, наверное, нашим абитуриентам и их родителям посоветовать спокойно следить за новостями, не доверять непроверенной информации и, безусловно, если что-то будет меняться, мы обязательно об этом в первую очередь расскажем и в вашем эфире, и на наших информационных площадках. Пока у нас формат, который обучение и формат там, приема, он не меняется кардинально, поэтому поступайте. Вот мы в предыдущем эфире, вот здесь же за круглым столом, рассуждали с сотрудниками уже государственного университета, Тверского нашего университета, относительно того качества обучения в школе, каков нынче студент, с какими знаниями поступают. По-вашему, вот какой нынче, вот если составить портрет студента политеха? Это молодой человек или девчонок больше, мальчишек, кто? У нас вуз для всех. У нас есть образовательные программы, где большинство юношей, машиностроительный факультет, да. Например, факультет управления, там химические специальности, больше девушек, да. Ну, вот это гармония, это еще гармония. Знания достаточные получают в школе, и есть ли подготовка школьников для поступления в ваш вуз? Есть разные школы, разные регионы, разный уровень подготовки. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Вуз выравнивает, он такой важную социальную функцию выполняет. И вот у нас есть замечательный центр довузовской подготовки. И вот как раз недавно занятия закончились, вот они в мае, да, и очень приятно, вуз проводит всегда социологический опрос слушателей. Очень положительные отзывы о преподавателях, о занятиях. То есть это целый набор образовательных программ. Можно заниматься по одному предмету, можно по нескольким. Можно начинать в 11 классе, можно в 10. То есть вот в этом году он свою уже миссию завершил. Но ведь нас слушают и те, кто будет поступать к нам и через год, и через два, и через три. То есть центр довузовской подготовки здорово готовит к поступлению. Вот могу сказать с уверенностью. Вот, кстати, взаимодействие с другими вузами. Александр, мы встречались с вами на научной конференции в медицинском университете, и конференция была посвящена очень важной теме, это антитеррористическая безопасность, к сожалению, но злоба дня, и этому приходится уделять внимание. Взаимодействие с вузами у нас ведется, мы и проректорским сообществом регулярно встречаемся на различных форматах, в том числе в онлайн и в офлайн формате, поэтому те важные стратегические, наверное, вопросы воспитания, которые сейчас у нас есть, это и антитеррористическая безопасность, это и антинаркотические, сейчас месячные, это очень тоже важно. Все эти вопросы мы всегда на пульсе, мы всегда на связи с коллегами, безусловно, взаимодействуем и организуем совместные площадки. И я думаю, что эта работа продолжится. Доводите до студентов, конечно, да?
что можно, чего нельзя, и начальные юридические навыки. Причем в различных форматах. То есть это и форматы информационного какого-то просвещения, это и различные выставки, это и встречи студенческих кураторов и кураторов-преподавателей со студентами, это и работа в студенческих активах. Большая работа ведется, и она очень разнообразная. Кстати, если говорить об объединениях, раньше нас объединял комсомол. Да? Был всегда профсоюз сильный в ВУЗе. А сейчас у нас остался профсоюз? Профсоюз студентов и профсоюз сотрудников и преподавателей, безусловно, в нашем университете существуют и активно работают, осуществляют деятельность по правовой поддержке студентов, по, скажем так, поддержке ВУЗа для назначения материальной помощи, в том числе и повышенных стипендий. И, конечно, эта работа ведется. Всегда славился стройотрядами, мы уже упоминали, есть внутренний строительный отряд, но есть ли движение какое-то в региональном движении ССО, тоже участвует? Ну, сейчас оно такое, еще пока так, возобновляется. С гордостью могу сказать, что сейчас педагогический отряд «Лифт» у нас осуществляет деятельность. Летом планируют ребята поехать в лагеря детские на Черноморском побережье и в Тверской области. Строительный отряд сейчас, скорее всего, у нас будет несколько наших лучших студентов, которые будут являться составной частью сборного студенческого отряда различных федеральных строек, в том числе даже на Новой Земле. Вот. Очень много всего интересного. По традиции это, конечно, и отряд проводников. Ну, да, это педагогический отряд, сервисный отряд у нас обеспечивает и мероприятия вуза, и очень серьезно помогал, когда у нас были ковидные ограничения. Поэтому отряды в той или иной виде, в том или ином объеме существуют, но сейчас я думаю, что мы, понимая всю важность, да, сейчас, кстати, 10 наших студентов учатся в одном из колледжей Твери на каменщика. То есть, да, по программе российских студенческих отрядов. Здорово. Мы, значит, новые объекты будут разводиться. Учились, да. Но уже был там конкурс. И конкурс, и да. Два наших студента стали лучшими по профессии. Да, такой вот к столетию вуза приятный подарок. Слушайте, у вас очень много подарков хороших. Поэтому развиваемся, стараемся. Кстати, немного совсем осталось в нашем эфире времени. Мне бы хотелось, чтобы вот вы обратились к жителям Твери, к родителям. Почему именно политех надо выбирать? Что политех – это целая планета, где интересно, где можно получить востребованную специальность, заниматься наукой, творчеством, найти друзей на всю жизнь. Поэтому приходите в политех. А я, наверное, скажу, что политех – это ценное прошлое, политех – это стабильное настоящее, и политех – это устремленное вперед будущее. Потому что гордо нести знамя политеха, быть выпускником нашего вуза – это очень дорого стоит. Кстати, традиция посвящения в студенты, она осталась, да, в вузе? Безусловно, да. А картошка, помните, первая студия, до начала учебы выезжали в колхозы, поднимали сельское хозяйство? Хотя ностальгически вспоминают. Вот именно, вот очень многие вспоминаются, потому что студенческая жизнь начинается именно с этого. Но, тем не менее, практика осталась, вы сказали, да? Стройотряды остались, студенческие весны остались. Возможность заниматься спортом, наукой, да, художественной самодеятельностью, это все есть, да? Да? То есть это очень интересно, познавательно и, главное, нужно для нашей Родины, да? Безусловно. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня говорили о столетии нашего старинного, 100 лет, Тверского вуза, политех, он же Тверской государственный технический университет. Спасибо огромное. Пусть у вас будут достойные студенты, и пусть у них всегда будет работа, и они будут нужны нашей отчизне. Всего Спасибо. Доброго. Спасибо. До свидания.